Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о запуске блокчейн-платформы SkyWay, о включении представителей струнного транспорта Винницкого в число экспертов и партнеров ООН, о прогрессе в создании подвижного состава и строительстве ключевых объектов нашего проекта. А теперь обо всем этом подробнее. Группа компаний SkyWay сообщила об окончании работ по созданию собственной блокчейн-платформы. Она призвана стать основой системы сбора данных, управления и расчетов внутри создаваемой глобальной энергетической, информационной и транспортно-логистической сети. Комплексное развитие глобальной сети Transnet обеспечит капитализацию выпущенных на платформе токенов, а их владельцы смогут получать доход от проектов, реализуемых с применением струнного транспорта SkyWay. Для того, чтобы токены многочисленных держателей не оказались на рынке единовременно и не произвели негативного влияния на биржевой курс, мы реализовали механизм их равномерной частичной разморозки на удерживающем смарт-контракте на Кипре. Это в интересах подавляющего количества инвесторов. Мы уверены в будущем блокчейн-платформы SkyWay, ибо, в отличие от остальных, чисто виртуальных криптовалют, наша уже подкреплена реальной прорывной технологией и будет в дальнейшем подкрепляться реализованными адресными проектами. Режим бета-тестирования уже завершен, и с 1 июля платформа начала работать в штатном режиме. В начале этой недели мы сообщили, что представители SkyWay вошли в число экспертов и партнеров ООН в рамках программы Sustainable Development Goals – цели в области устойчивого развития, рассчитанные на период до 2030 года и действующие с 2015. Информация о струнном транспорте была включена в сборник материалов Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, по проекту 25+5. Именно ООН может на начальных этапах рассматриваться в качестве одной из составляющих социально-политической основы процесса реализации SkyWay и SpaceWay. О необходимости создания международной общественной организации для консолидации усилий мирового сообщества с целью обеспечения устойчивого развития биосферы и гармоничной совместной эволюции человека и природы в рамках ООН говорил Анатолий Юницкий в своем выступлении на второй международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы, идеи, проекты». На уходящей неделе была проделана большая работа по созданию подвижного состава SkyWay. На самоходном шасси высокоскоростного Юнибуса успешно осуществлено тестирование гидравлической системы тяговых модулей. Из новшеств, реализованных в других моделях, доработка остекления на Юнивинде, что даст возможность приоткрыть уже привычные нам глухие окна, модернизация системы микроклимата на Берельсовом Юнибусе и начало работ по сборке самого легкого на данный момент транспортного средства SkyWay, о котором, я просто уверен, многие из вас сейчас слышат впервые. Но уже можно сообщить о том, что изделие разрабатывается для реального коммерческого заказчика. На завершающейся неделе был сварен алюминиевый каркас его кузова. Ко всему вышесказанному еще могу добавить, что работы по строительству экотехнопарка в Мариной Горке, инновационного центра SkyWay в Эмирате Шарджа, новых производственных помещений закрытого акционерного общества струнной технологии в свободной экономической зоне Минск проводились согласно установленным графикам без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и скоро даже все Объединенные Нации будут среди ваших единомышленников. Строй SkyWay! Спасай планету!